сюжет маленький. Это 2 числа тот суд с теми же требованиями, которые отказали Александрову. По которым отказали Александрову. Да. Они разные. Надо это... Да. Да. Так, по договору аренды... Хотелось это идти. Ну, видите, нам отказали в обеспечительных мерах. Ну, по крайней мере, исковое заявление приняли. Ну что, будем сейчас... Я сейчас постараюсь, конечно, определение обжаловать. Или нам все-таки надо будет мотивированно изложить свою позицию в части обеспечительных мер. Скорее всего... Мы как? Я же там как написал? Ходатайствую о принятии обеспечительных мер судом. Они, им, скорее всего, надо было как? Просто мотивировать, в связи с чем вы хотите, чтобы обеспечительные меры приняли. Как это повлияет на будущие возможные решения? Вот это надо было просто чисто технически это расписать. Плюс для нас, то, что, по крайней мере, исковое заявление сразу приняли. Не стали футболить, как тогда, госпошлин нет, прочее. Мы изложили и по вам позицию, и по ним позицию. Вот как бы жители пенсионного возраста возможности для уплаты госпошлин не имеют. Просим отсрочить уплаты до вступления в законную силу решения суда. Такая. Если есть какое-то желание, там я все это как бы позицию свою. Не фотографирую. Жители вот опять собрались. Позицию.